Он был социопатом. Сказал, что мне никуда от него не уйти. Он контролировал каждый мой шаг, следил за каждым моим действием. Он читал мои мысли. Прости, я не могу тебя взять, но этот чертов ошейник тебе не нужен. Как ты? Сесилия, а ну стой! Что с ним случилось? Эдриан мертв. Послушай, ты свободна от него. Говорил, что где бы я ни спряталась, он все равно найдет меня. Будет стоять рядом, а я его даже не увижу. Эдриан мертв. Нет, он жив. Он придумал, как стать невидимкой. Что случилось? Он сидит в кресле. Сюрприз. Я помогу тебе. Нет, ты не сможешь. Сюрприз. Человек-невидимка. В кино с 5 марта.